Я очень рад, что наш законопроект заинтересовал главу государства, и рад тому, что в перечне поручений, которые президент дал по итогам встречи с Советом, есть пункт, и это пункт первый, подготовить к 1 марта следующего года данный законопроект к внесению в Государственную Думу. Концепция должна задать стратегический вектор, стратегические направления развития общественного контроля в Российской Федерации. Это такой общий объемный документ, где не детализируются многие вопросы, связанные с реализацией механизма общественного контроля. Он закладывает вот эти стратегические направления и дает какие-то сроки, ориентиры. А следующим шагом, безусловно, должно стать принятие того самого федерального законопроекта об основах общественного контроля, который многое детализирует, который многое разъясняет, поясняет, и уже должна идти дальнейшая работа по формированию этого правового поля. И вот наша задача — оградить все-таки сам механизм, создать такие реальные барьеры для того, чтобы не допустить манипуляцию общественным сознанием, не допустить создания таких карманных общественных советов, которые, по сути дела, будут выполнять указания или, ну, скажем так, положительно оценивать волю и принятие решений там, конкретным органам государственной власти. Это должен быть независимый орган, независимый совершенно общественный орган, и люди, которые там должны находиться, они четко должны осознавать и понимать, для чего они там, прежде всего для защиты, для отстаивания общественных интересов. И вот эта позиция «общественный интерес» мы и в концепцию заложили, и в основах, в федеральном законе об основах общественного контроля. И одна из задач была синхронизировать эти понятия, определения и в одном, и в другом документе, чтобы у нас терминологических расхождений не было. Чтобы мы говорили на одном языке, это очень важно. Тогда нас все услышат, все поймут, что мы хотим. И прежде всего нас услышит и поймет власть. Тогда мы сможем с ней договариваться, как это принято в нормальном демократическом обществе, и решать вот те самые насущные жизненные проблемы ежедневные.